Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики моего канала. Сегодня вот хотел поделиться с вами небольшой обзорчик тут. Крючок, вот как я ловлю, к примеру, на поплавочную зимнюю снасть. На стоячку, так еще можно, как в народе ходит, на стоячку. Но крючки вот делаю вот таким способом. Смотрите, крючок номер у меня 12, он маленький, где-то, не знаю, сантиметров. Ну, как всегда, да, 12 миллиметров. Взял вот такой наборчик у меня небольшой есть. Покупал я это для бисера, бисер, короче. В женских магазинах продается. У нас называется иголочка или как его. Прокрасил я, у меня желтые крючки. Ну и так, чтобы просвечивалось черное, как бы хребет черный. Прокрасил я сам крючок черным маркером. Одел первый, получается, у меня бисер черный. И раз, два, шесть красных. Потом беру красную нить и вот тут делаю как бы концовочку. Отрезаем лишнее. И узелок делаем. Во-первых, и спадать не будет. И концовочка у нас, как бы хвостик аккуратный, красивый получается. Отрезаем. Поправляем его, чтобы он у нас ровно стал. Ну, вот так. Поправили, зажали обратно. И обратно делаем. Беру уфе-клей, уфе-гель, клей, кто как называет. И наносим сюда. Много не надо. Работает обалденно, это я вам могу пообещать, лучше, чем с любым желтым или каким-нибудь черным крючком. Вот так вот получается у нас. Ну, берем УФ-фонарик и фиксируем. Получается, вот видите, внутрь, ну, как бы ребро, да, или как, мотыля черненькое, а сам он, видно вам, сейчас поставлю, красное. Так что вот так, небольшой обзорчик, может кому пригодится. Ну, на стоячку я ловлю вот именно на такие крючки. Благодарю всех за внимание. Подписывайтесь на канал. Не забудьте ставьте лайки, дизлайки. Чтобы не пропустить интересного, нажимайте на колокольчик. Все ссылки на уфе-клей, там, ну, все, что необходимое для начала. Кто вдруг захочет заняться этим делом, я оставлю в описании под видео. Ну и практически все под каждым видео, не практически, а под каждым видео у меня есть ссылки на необходимый для вас это инструмент, там материал. До новых встреч!